Так, поскольку мы транслируем все это на YouTube, просьба вести себя прилично. Любое отклонение от малейших, скажем так, от малейших устоев карается баном. Любое сообщение, которое мне не нравится, бан. Как-то так. Вот. Значит, чем мы сегодня будем заниматься? Мы сегодня будем делать дигитальное рисование. Вот. Как всегда, мы занимаемся разной херотой. И вот на той неделе я не утерпел. Мне очень хотелось сделать странное. Вот, поэтому я написал такую вот пердень. Сегодня мы, собственно, будем повторять ее в некотором плане. Вот, здесь такая вот перденька. Это, в принципе, древняя демосцена, которая пишется достаточно просто и легко. Вот. И вот мы сегодня пытаемся все это как бы провернуть заново. Как я сказал, сегодня у нас эфир транслируется на YouTube, поэтому я буду банить всех опиздолов. Если вам не интересно, попортить вам трансляцию я не дам. Вот, ну что, будем делать примерно то же самое, но под некоторые другие условия. Мы даже скопируем часть проекта, точнее мы скопируем вьюшку. Вот. Вот. А в остальном мы будем говнокодить с нуля. Так. Как-то так. Значит, вводное. Что, собственно говоря, мы будем делать сегодня? Как вы знаете, программировать можно не только компьютеры, но и разные мобильные устройства, в том числе и различные микросхемы. Сегодня вот у меня шиза обострилась, что нужно нам попрограммировать форточку. Да, у меня будет Wi-Fi форточка. Зачем тратить ресурсы контроллера на заставки? Ну, потому что я могу. Вот. И поскольку я вот наигрался с экранчиком, я подумал, что у моей Wi-Fi форточки должен быть экранчик. А что рисовать на экранчике? Вот тут я делал установку для завода и решил немножечко демосцены на нее запилить. Вы знаете, современные микроконтроллеры настолько быстрые, что даже вычисление синуса косинуса можно производить в рантайме. Сначала я думал, что сейчас подключусь в библиотеку математики и сгенерю, как обычно, табличку с precalculate значениями, чтобы потом быстро-быстренько в рантайме срать в видеопамять. Вы знаете, я это даже не делал. Времена, когда нужно было хардкодить таблицы синусов или даже четверти синуса, как-то они уже исчезли. Вот. Сейчас можно на микроконтроллере за пару долларов туда влить библиотеку для работы с математикой, с плавающей точкой, с даблами, прости господи, и за 2 доллара у вас будет графен без тормозов. С дыма не разобрался, экранчика у меня сейчас на руках нет, так что мы поебаться с этим не сумеем. Вот, но думаю, что-то как-то дойдет до этого. Самым медленным действительно оказалась работа с экранчиком. Это запись по I2C. Я, в принципе, включил дыма, разрешил каналы, настроил адресацию, наверное, криво. И
в HAL-библиотеке, которая отвечала за запись в I2C, просто написал в конце суффикс DMA. У обоих функций один и тот же прототип. Соответственно, по идее, должно было все заработать, но у меня не заработало. Время было 5 утра, и мне, честно говоря, было лень с этим ебаться. Так что уж вы извиняйте меня. Как мы видим, я ждал с 16 ноября, чтобы вот паутировать с вами в это говно. Поэтому мы начинаем. Вот. Будем немножечко копипастить. Как всегда, назовем наш проект 1.sim. Вот. Это что там такое за 2 бакса, что нужно доставлять в библиотеку для работы с даблами? Это STM32. Конкретно STM32 F103C8T6. Вот. Библиотека это подключается через math.h. После того, как ты с ней слинкуешься, размер прошивки вырастает примерно на 16 килобайт. Вот, самая писечка это делать отрисовку в прерывании, чтобы вообще все колом встало. Что я в прошлый раз и делал, запись есть также на ютубе. Вот, но не всегда колом все встает, главное писать в нужном прерывании. Кроме того, если говорить о DMA, то... Я как раз в прерывании-то у тебя одна отрисовка завершилась, экранчик адресуется полосками по 8 пикселей. У тебя завершилась одна полосочка, ты получил прерывание, что готово, и отсылаешь следующую посылочку. Ну, как-то так. Вот, соответственно, фактически ты действительно рисуешь в прерывании. И ничего у тебя колом не встанет. Хотя, лучше бы вставало все-таки. Так, у нас изначально было вот 1.sim. В наше время вся ОС занимала 16 килобайт. Вот. Так, собственно, здесь у нас что используется? У нас используется Magic Wand. Вот так вот хуяк все это. И даже вот так вот так. Но сегодня мы будем немножко скромнее в наших желаниях. Вот это, здесь всего лишь загрузка картинки, нам больше не надо. Вот. И нам нужно уточнить, в качестве картинки, которую мы будем сегодня ебать. Сколько лет я ее собирался? У нас картинка «Огонь PNG». И размером 512 на 512. Отлично. Значит, копипастим наше говно. И вот здесь вот сразу сделаем текстур сайз. Давайте задефайним текстур сайз. И нам, соответственно, надо... Вот здесь кое-что сделать. В отличие от прошлой демосценки, которую я уже сделал, мы здесь будем работать с альфа-каналом. И мы сделаем здесь, соответственно, не RGB, а ARGB. Ну, в остальном... Так, хардкожное название поменяем. Ну и как-то так. А скрин, то бишь экран, у нас по-прежнему будет... 640x480. Но мы это поменяем. Я надеюсь, к концу эфира здесь много чего изменится. Потому что экранчик-то у нас черно-белый. И... Кхм.
Вот там пишут, STM32 обычно работу с даблом берут на себя внутренние либо компиляторы. Но это ладно, 16 килобайт для работы с даблами — это нечто невероятное. У меня прошивка термометра с радиопередатчиком и работой с даблами занимала 9. Кажется, даже без оптимизации столько не нарастает. Ну, там только подключаешь HAL, только в него вхерачиваешь единственный printf, у тебя сразу 16 килобайт. Подобавляешь математику — еще 16 килобайт. Ну, как-то так. Красное на синем, нахера так жить? Дефолтная расцветка, мне норм. Впрочем, мы транслируем современные видеотехнологии, используют такое цветовое пространство, как UF-420. И в нем красное на синем, да, это боль! Мне норм. Вот. К сожалению, в нашем 2018 году мы не можем транслировать кинчик в формате RGB. Наша ебаная цивилизация до этого пока не дошла. Так, возвратим Exit Success. Тут же дети, блять, ходят, нельзя плохому учить. Ну и попробуем эту текстурку как-то... вернуть. Да, тут такой есть момент, что вот я не очень уверен. Текстура у нас 32-битная будет. А если она у нас будет 32-битная, нахер нам вот 8Т? Может быть, здесь вот так сделать? А? Посолены, как считаете? Или... ладно, пускай будем биты ебать. Вот... Ну и попробуем просто скопипастить нашу красоту. Вот. Значит, будем пробегать по всему экранчику и... Ой, что пишу? Совсем с ума сошел. Это, наверное, из-за последствий работы с теми изотопами, что на работе у меня страшно, горло болит. Так. Что здесь интересное? А интересное здесь вот в чем. Давайте сделаем так. Еще кое-что задефайним. Текстура mask — это... Вот так. Как-то так. Вот. Соответственно, здесь у нас... Да, давайте сделаем OX, OY. Это координаты у нас какие будут. OX равняется Q, OY равняется V. Это пока. Пока что они так равняются. Ну и, соответственно, начинаем копипастить. Так, сделаем позицию. Так, здесь мы... Позиция это... 40. Это куда мы срём? Даже вот так вот, чтобы было понятнее, напишем. Помноженное на 3 байта. Потому что у нас... у нас 3-байтный выход, но 4-байтный вход. Шок! Выебали картинку во все биты! Кажется, в этом умном смарт-блокноте есть подсветка, но нет автотабуляции. Вообще-то она есть, но я ее отключаю. Вот, поэтому табуляция не нужна. Так, ну и задефайним int out pos. Это куда мы срём примерно так. Ну и, соответственно, начинаем срать. Значит, срать мы будем как? Screen. POS плюс 0, чтобы ровно рамочку сделать. Так. Текстурия. Вот здесь интересная вещь. OX мы берем масочку. Текстурия. Mask. Вот. И прибавляем... Так, табуляция не нужна. Unlimited Assembler Works.
Не понял шутку, ну ладно. Прибавляем, значит, с OY and texture mask помножить на texture size. Вообще, вот это перемножение лучше, наверное, сделать через сдвиг. Сколько там нам нужно сдвинуть? На 9? Так, давайте сделаем по-человечески. Хотя, стоп. Тогда здесь сделаем не плюс, а вот так вот. Вот. Но. То есть тебе еще года не хватает. А так, ну, один в один сердце как human ресурсы выглядит. Да, года мне не хватает, но я его могу вставить. Ха! Это же сишка! У меня есть года. Ха! Ну, как-то так. Единственная проблема сейчас, которую я вижу в этом говнокоде, то, что у нас здесь 32 бита, а в скрине у нас 8 бит. Поэтому мы немножечко так вот сделаем. И пу-пу-пум. Максимальный говнокод. Ну, а здесь там чего? RGB это у нас... Кстати, возможно, сейчас перепутаны каналы, но мы посмотрим. Ты в тот раз по-человечески визы хейт объявил, а потому все равно в половине мест вместо них числа хардкодил. Да, в этот раз мы будем честны с собой, но я обещаю торжественно к концу эфира здесь поставить вот эти значения. Торжественно обещаю. Так, поскольку мы все это будем делать в бесконечном цикле, вот, мы это будем для начала хуячивать в... Так, давайте сразу объявим, куда мы это будем хуячивать. У нас есть один пайп. Есть один пайп, который, собственно, у меня находится по адресу. Это чтобы нам не ебаться с преадресацией. Вот. Мы будем в него вхуячивать. И здесь пишем screen 640 на 480 на 3 байта. В pipe только такой формат потребляет. И out pipe. Ну, в принципе, это все. Если все получилось, мы должны увидеть текстурку. Но поскольку я почему-то уверен, что вот здесь мы обосрались с каналами, а я не знаю, в компании последовательности, let's find out! Что ж мы такого сделать? Поскольку у нас для загрузки картинок используется Magic Wand, мы используем, подлинкуемся с ним. Поскольку у меня Debian проблема, потому что ты же не объявил константы. Ты как не объявил? Ну, сейчас посмотрим. Если нас заругают, то объявим. И поскольку у меня Debian проблемы... Вот. Мы укажем вот этот путь к заголовочкам. Фу! Undeclared! Давайте исправим. Я обычно пишу пост, но сегодня, так как это, блядь, дети смотрят, нельзя учить плохому. О! Работает. Let's find out! What will happen? И мы должны увидеть текстурку. Вы знаете, на текстурку это... на искомую.
не очень похоже. Вот. Ругательное ориентированное программирование. Что же мы здесь сделали не так? Что мы делаем не так в ентой жизни? Вот. Сказать честно, не знаю. Так, у нас тут явные... Мы явно пишем не по тому адресу, куда надо. Вот. Это у нас явная проблема. Или у нас... А! Здравствуйте. Мы читаем картинку как 256 на 256, но на самом деле она 512 на 512. Так, одной проблемы, я надеюсь, сейчас станет меньше. Чтобы не ебаться каждый раз, мы... Спасибо анончикам, научили меня волшебному трюку. Вот, компиляем и запускаем в одной строчке. Е-е-е! И вот это уже похоже на ту текстурку, что мы грузили. Очень похоже. При этом похоже, что мы обосрались с каналами. Давайте, если не так, то наоборот сделаем. Если не работает напрямую, то значит наоборот надо. Вот, значит, может так пойдет? Ой. Что-то поменялось, но не то. Похоже, в низшем бите у нас альфа. Ладно, тогда мы сделаем так. Ну, знаете чё? Это похоже на то, что должно быть. Ура! Мы угадали! Но есть один нюанс. Картинка-то у нас с альф-каналом. Нужно реализовать альфа. Блендинг! Или пока не будем реализовывать альфа-блендинг, а будем реализовывать анимацион. Что делать? Анимацию или альфа-блендинг? Ребята. Всем похуй. Понятно. Значит, будем делать альфа-блендинг, чтобы сразу видеть, что нам надо. Вот. Написали нам анимацию, но уже поздно, чувак. Конечно же, мы захотим задать общий уровень. Общий уровень альфы равняется 1.0. Вот давайте научим его первый день бегать, и анимация подождет. Блендинг подождет, в смысле. Ну, а другой пишет, добивая альфу. Короче, вы опоздали, мы добиваем альфу. Но это на самом деле будет недолго. Альфа от нас никуда не убежит. Альфа пиксель равняется вот это же вот страшное выражение. Вот. Мы возьмем от него кусочек. Вот. И разделим на 255 целых. Вот. Ну ладно. Я думал, что это никто не смотрит, и всем похуй. Вот. И все это надо перемножить сначала на alpha пиксель, а потом еще на alpha перемножить.
Давайте посмотрим, что получится. Скобочки поставим еще. Вот. Let's find out. У нас получилась современная искусство. А, вообще это должна была быть картинка с огнем. Название Fire PNG как бы намекает на это. Но наша математика, которую мы здесь реализовали, выглядит как-то так. Ничего, ничего страшного. Давайте мы укажем, что это у нас на самом деле не инты, а дубле. Но тут есть проблема. Поскольку мы срали в 8-битные переменные, у нас отрезалось автоматически все лишнее. Теперь нам нужно вот почистить за собой. Это зеленый инфернальный огонь. Итак, а что же получилось? Космос! Я в космосе! Мама, я в космосе! Вот. Такая-то вот у нас красота. Сообщения крутятся в Вайл 1, как фотоны на солнце, изредка вырываются на свободу. Так. Наверное, слушатели хотят спросить, что это у нас за альфа 1.0? А действительно, а давайте ее анимируем! И, ну, во-первых, мы введем счетчик кадров. Int, мы от него будем запитывать все. Фрейм num равняется. Знаете, а пускай будет time. Вот, это такой у нас аналог сранда будет. Вот, ну и alp h равняется синус от фрейм нам, деленное на 123. Не, много, на 12 хватит. Точка 3. Вот, помноженное на точка 5 и плюс точка 5. Вот. Естественно, нам нужно каждый раз, когда мы пишем это фрейм num инкрементить. Ну, как-то так. Анимация альфы. Ура! Мы пишем скример! А чё, правда, что ли? Давайте посмотрим, что получилось. Конечно, получилось говно, но лучше не будет. В идеале, чтобы здесь было HDR, HDR. Ну, где взять HDR картинок, я не знаю. Вот. А теперь давайте делать анимацию в движении. Жизнь в движении. Так. Вот у нас есть жизнь в движении. Ну, мы сразу так фрейм num. Ну, не знаю, умножить на 12. Не знаю. Нет, пускай будет 7. А здесь фрейм num помножены, например, на 2. Нет, лучше на 3 пускай будет. Вот. Вот. Как-то так. Теперь мы должны получить жизнь в движении. В принципе, на этом можно было бы и закончить.
но мы аутируем всего полчаса. Закончим ли мы на этом? Стоит ли нам кончать? Да, скорее всего, да. Сложно здесь определить, но скорее всего, да. По крайней мере, одно из ядер у меня на 100%. Так, но нам этого явно мало. Давайте теперь включим синусы и косинусы. Мы также определим... так, int rot и, значит, так, а хуль мы альфу здесь считаем? Давайте его... Хуль мы считаем альфу на каждый пиксель отдельно, а? Вот, и, соответственно, rot мы также будем считать как frame... num, но уже на сей раз деленный, например, на 10. Так, мы все оптимизируем. Ребята, все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Так, так, нам нужны еще синусы и косинусы. Ну и считаем, значит, сразу. Так, синус это у нас будет. Так, лучше. Нахрен нам этот рот тогда уж. Давайте сразу от него запитаемся, чтобы скачков не было. Вот. И также косинус. Так, когда ты запустил свою Zoom Rotate первый день в самом начале, поток начал подвисать. Ничего, сейчас он опять будет подвисать. Не переживай! Hey, man! Так, вообще здесь, наверное, на сотню так вот делить. Я считаю. Вот. И здесь надо вспомнить формулу, которую я, кстати, не очень хорошо помню. По-моему, это было косинус синус минус синус косинус, насколько я помню матрицу вращения. Поэтому мы ее сейчас попытаемся придумать. Значит, q, помноженное на косинус, плюс v, помноженное на синус. Дальше q, помноженное на минус синус, и плюс v, помноженное на косинус. Я не уверен, что это будет работать все. Вот. Но давайте посмотрим, как это выглядит. Не сказать, что плохо. Но это все не то.
Сюда требуется добавить зум. А вот зум у нас будет... Так, зум у нас будет зависеть от альфа, помноженный на 2 плюс точка 0,1, потому что иначе у нас будет перемножение на 0. Так, это также у нас идет зум, чтобы мы вот хуячили. Вот, и вспомнить бы, что надо. Нет, стоп, 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 стоп. Насколько я помню... Ой, я не помню нихуя, деленное на зум, кажется так. В принципе, и так можно, я думаю. Но мы сейчас посмотрим. Первая ассоциация с медленно моргающим монахом, сидящим где-то в горах. Он смотрит на небо в последний раз и мыслит о бытии. Ну вот и мы как-то так. Так, у меня небольшая сложность. Сейчас мы ее пофиксим. Так. Момент. Тут все самое интересное, конечно, проебано, но... Так. Итак, выглядит это примерно так. Не, оно, конечно, зумится. И небо на него падает, как ты пишешь. Как-то я себе это иначе представлял. Так. Давайте тогда зум не сюда въебем, а сюда. Правда, мне кажется, его надо будет обратно пропорционально сделать. Чё получилось? Уже лучше. Небо решило искривляться. Нет, что-то в этом, конечно, есть. И даже очень есть. И оно хочет есть. Но что-то не то. Так, что-то мне подсказывает, что надо было вот сюда его хуячить. Это все заплесневелые бобы. Ой, а у меня горло болит. Ну-ка. Ну, даже не знаю. В принципе, должно наоборот получаться. То есть зум должен не умножать, а делить. Говно вопрос. Ща поделим. Вот. Ой, зачем я вышел? Во! Теперь не компиляется! Не компиляется! Вот такая вот хуйня.
Что делать? Как жить? Компиляется. Ну, вообще круто. Второй Warcraft был так давно. Теперь вселенная растет и уменьшается. Вот, а там еще одна. Ну, вообще, у меня задумка была в мультиверс поиграть. Хотите несколько галактик? Это можно. Тогда нам придется сделать такую штуку, что вот скрин мы будем потихонечку прибавлять. Давайте сделаем здесь такой же скрин, но назовем его... Во-первых, сделаем его побольше битностью. Так, эдак 32. И назовем его back screen. Почему? Сейчас поймете. Вот. А сделали мы так потому, что мы будем в него плюсовать. Вот. Здесь же, мы сделаем G от слова Galaxy. G меньше, ну, скажем, галактик 10 нам хватит, я думаю. Вот. И вот сюда надо что-то запитать от G. Очень такое большое причем. Ну, как-то так. Это у нас будет от G. Ну и копируем опять все. Только уже из бэкскрина. И вот тут, собственно, так, int value сделаем. Вообще, давайте не будем позориться, а... Так, сделаем. У нас же там данные лежат линейно. Зачем нам кучу всего этого тянуть за собой? И сделаем так. Screen. Мы ничего не забыли, ребята? Так, а, нет. Сначала нам нужно... V равняется... Back screen. Здесь мы проверим насыщение, чтобы у нас не было мельтешения. Ну и вот так вот. Чад сишник, которому насрать на ваши отступы, хуярит как хотит. Что такое чад, я не знаю. Да, мне насрать на отступы, это же не творение Гвида. Здесь можно программировать, а не заниматься рисованием аски-арта. Ну, как-то так. У нас должно быть 10 галактик. На взлет! Упс, не скомпилилось. 92 и 93. В строках вот строчка 92 и 93. Фу!
А все почему? Потому что у нас лишняя вот эта вот скобочка была. Скомпилилась. Но счастье нам это не принесло. Что делать? Можно было бы, конечно, подумать, но думать это тупо. Чё? Думать это тупо. Ага. Мы накопипастили аутпост. И вот такая вот хуйня случилась. Ничего. Давайте это пофиксим. Хотя стоп, почему же? Аутпост у нас все-таки тот же самый. Ребята, я даже не знаю, что здесь произошло и что здесь случилось не так. Но что-то определенно пошло не так. А не так у нас пошло... Вот почему. Ну а теперь... Как тут поживает наш мультиверс? Мы ничего не забыли. Как-то оно слишком тормозит, я бы сказал. Итак, еще раз запустим. Ядерная реакция на солнце! Она произошла! Как в рассказе «Супернова». Нет, определенно что-то в этом есть. Что-то такое интересное. Но что мы не сделали? Видите, такой-то графен. Ганеш, у нас компиляция возможен стэк сигфолд по стэк эверфловам. Картинки можно генерить. Вот. Причем каждый раз оно немного разное. Вот. Это уникальный генератор огня, который можете приобрести всего за $999.95. Генератор создает уникальные изображения, которые точно никогда не повторяются. Всего $99.95 вы получите в свои руки уникальный инструмент, которым можно засирать имиджборды, спамить YouTube и вообще обмазываться говном, как пожелаете. Всего $999.95 в биткоинах. Чё-то оно не чистится. Кажется, ты зря там, где проверка В сделал, просто равняется 255. Не зря. Мы просто забыли мемсет. Вот этот бэкбуфер-то мы пополняем, но мы его никогда не очищаем. Поэтому вот здесь мы сделаем мемсет бэк скрин 0 и 640 на 480 на 3 канала на 4 байта. И вот теперь мы можем наблюдать жизнь и смерть вселенных. Радио Анонимас делаем уникальный контент без ранд и даже без сранд. Графон?
Но мне кажется, что-то как-то медленно оно работает. А вам так не кажется? Что делать будем, ребята? Как можно ускорить все это? Потому что это должно работать на моей Wi-Fi форточке. Конечно, Wi-Fi форточку можно сделать на каком-нибудь толстом-притолстом чипе. Вот. Но я бы хотел все-таки на STM-ке 32-й. Ладно, хуй с ней, пускай будет ESP-шка. Даже хуй с ней, можно сделать на ESP-32, она двухъядерная. Может, мне все равно Wi-Fi нужен? У меня же Wi-Fi форточка будет. Вот. Давайте ускорять Вселенную. Как? Расскажи нам, как ускорить Вселенную. Как столкнуть галактики. Вот на фоне всего этого можно писать, например, прогноз погоды или забортную температуру в моей Wi-Fi форточке. Но зачем тебе скринсейвер на чипе? Ну вот подхожу я, значит, к своей Wi-Fi форточке, а из нее торчит экранчик. На нем надо написать, например, температуру за бортом и температуру внутри дома. Вот, также влажность, данные ЦО, ну, вот это вот все. Конечно, можно просто вывести белые цифры с буквами на черном фоне. Но это некрасиво, неинтересно. То ли дело, когда у тебя форточка генерит вот такое вот кино сама, постоянно. Вот, и ты понимаешь, что, чё, как. Можно отдельную текстурку для каждого кино подгрузить. То есть, например, если холода, то все это будет в синих цветах. Так, нам подсказывают, можно пробовать в 2D рендерить две части картинки или через строчно, а потом рендерить в 320 на 200, чтоб как в Думе. Ну, смотри, на чипе у меня все равно одно ядро, я предполагаю юзать STM-ку за 2 бакса. Вот, поэтому мультитред ну, нам ничего не даст. А вот то, что рендерить через строчки... Отличная идея! Нам пишут, столкнуть галактики. Давай сразу в гиперпространство переместимся. Ты еще захоти ответ говорилкой на запрос. Прогноз мне запили! Это мы сделаем в следующих версиях. Так, ты предложил интерлейс. Гениальное решение, скажу я тебе. Причем давай сделаем не только через строчный, но и через столбцовый интерлейс. Значится так. Мы сделаем interlace state. Мы сделаем interlace state. И сделаем его нулем. Как на 4К на NC4 Pro, я не знаю, что это такое. Значит, начинать будем отсчет с Lace State 1 бит и так. Ну и... Ой. Ну и interlace state, естественно, нам нужно обновлять. Отличная технология, чувак! Кайф! Мои мысли оказались полезны! Давай посмотрим, что мы натворили! А, стоп! Извините, у нас небольшой косяк.
мы по-прежнему все считаем одинаково, мы же плюс-плюс здесь сделаем. А надо вот так. Сори. Так. Так. От винта! Вау! Вау! О! Сразу разогнали! Вот это разгон! PlayStation 4 Pro рисует игры в 4К разрешении шахматным порядком. Ура! Мы сделали как в PlayStation 4. Ура! Не тормозит! Правда, что-то сильно мигает. Что нам с этим делать? А? Воу, вернул мне графин с батиного ЛТ-телека! Будем ли мы это фиксить или прям так в продакшн, а? Крипово. Я спрашиваю, будем фиксить или нет? Отлично, а теперь давай заливать картинку соседними пикселями. Нет, если мы их сделаем соседними пикселями, то у нас получатся квадратики. А у нас же 4К, у нас же PS4 Pro. Да, это назови это отдельным режимом New Retro. Блин, видео в View 422, все превратилось в черно-белую картинку. Ну да, давайте это фиксить. Заполнять черные полосы предыдущим кадром! Да! Но тут у нас есть небольшая проблема. Вот. А проблема наша вот она. Вот. И будем, пожалуй, микшировать их вот здесь. Или... Погодите-ка, стоп! Я знаю. Мы будем делать мемсет, только если у нас интерле... State равен нулю. Вот. Так. Я уж было решил переделать все, но... так. Не совсем то получилось. Ну, конечно, уже лучше. Значит, мы берем только 2 бита от него. В принципе, как-то вот так. То есть стирать придется все-таки вручную. Мне тут сообщают, что поток настолько охуел, что вызывает разрывы. Ладно. Придется, видимо, вручную. Ничего страшного. Тогда придется для каждого из них так поступать. Так некрасиво поступать. Эк.
Радио Анонимус, мы делаем собственный мем-сет с поддержкой Интерлейса. Мы еще бесплатно получили Motion Blur! Это Motion Blur! У видеокодеков от этого сносит крышу. Это Motion Blur! Ну как вам? Что дальше сделаем? А может и правда в шахматном порядке заполнять и затрагивать только пиксель, который, собственно, нужно? Я пока не очень поняла, как оно работает, правда. Ладно, давай в шахматном порядке делать. Вот. Значит, тогда для стейта нам нужно будет... Ебать, что происходит? Графен происходит! Так, давайте что делать? Значит, для шахматного порядка надо будет немножко изменить все это. Значит, каждая строчка будет... Здесь будет каждый... Мы рендерим каждую строчку, а вот здесь мы сделаем так. Плюс V. Но мы сейчас проиграем в скорости так в два раза. Исходники будут. Ну вот они на экране. Я их, конечно, выложу, если не забуду. Вот. Ну, давайте смотреть. Так, что-то явно пошло не так. Motion Blur меньше. Что-то я не пойму. Что-то не то. Давайте после того, как мы напишем, запишем кадр, мы вызовем аборт. И посмотрим, как это... Там у нас шахматный порядок или нет? Да, настоящий, честный шахматный порядок. Все правильно мы реализовали. В принципе, шахматный порядок уже можно как-то вот размазывать. Но, повторюсь, шахматный порядок в два раза медленнее, чем то, что мы делали. Так. Так, что же у нас не так-то пошло? State. Ребит, как старый телек, даже полосочки на своих местах. Полосочки, кстати, полосочек не должно быть. Это значит, что твой браузер или плеер, в чем там смотришь, скейлит видео и не понимает, что с этим, блядь, делать. А полосочек быть не должно сейчас. Это, кстати, можно использовать как тест монитора. Так, девочки, мальчики, чё-то мы накосячили, а где чё, я не пойму. Вроде бы мы пишем по одним и тем же адресам. А, нашел. Здесь мы сдвигаем. Вот этот вот сдвиг надо убрать. Вот у нас ошибка в чем была. Вот. Поехали. О! Олдскульно! С сеточками! На Ютубе этого видно не будет! Такой-то пиксел-арт!
Но он всего лишь в два раза быстрее, а не в четыре. Судя по комментариям, это либо ресайз, либо LCD-фильтр сходит с ума от такой картинки. Ошибка, как в прошлый раз. Оно перенасыщается каждые 4 кадра, а потом сбрасывается. Нет, сейчас все вот мы сделали красиво. Ну что, ребятки, надо как-то еще это ускорить. Как-то заоптимизить. Вот. В конце концов, это должно работать на микрочипе. Вот. Что мы еще можем здесь сделать? А? Девочки, мальчики, давайте, рассказывайте. Вы не забывайте, что в конце концов мы еще размер экрана уменьшим. А? Девочки, мальчики, что мы можем здесь изменить? И можем ли мы что-то изменить? Или не надо пытаться что-то изменить? Окей, двойная буферизация, так она у нас уже есть. Вот у нас есть бэкскрин, и вот у нас этот бэкскрин в основной скрин идет. Здесь мы через кадр пишем сюда, а здесь в каждом кадре. Так что двойная буферизация у нас по факту уже есть. Мы ее уже реализовали. Алло. Вот. Ну, девочки, мальчики. Есть предложение. А давайте даблы заменим на дешевый флоат. А? Что будет? Надо сказать, что однохуйственно кажется. А ок, тогда как насчет 16-битной графики? Норм идея. Норм. Правда, как ее здесь применить, я не очень понимаю. Ты нам расскажешь, поделишься? Есть ли у меня профилировщик? Нету. Впрочем, у нас есть, по-моему, профилировщик. Ой, где же он у нас есть? Забыл. Блять. Я забыл. В общем, под ГЦЦой можно создать отладочные символы и скормить, как же он назывался-то? Ой, склероз. Не помню. В общем, профилировщик у нас есть. Ну, а если нет, его можно всегда доставить. Хотя я вряд ли этим буду сейчас заниматься. Вот, мы пишем скринсейвер. Пишем скринсейвер для микрочипов. Но он у нас что-то дико лагает. И трансляция из-за него тоже дико лагает. Надо будет перезалив сделать. Что ж творить нам, ребята? Как все исправить? А? Ребята! Ну, давайте для начала попробуем исправить вот эту вот страшность. Напишут. Я не то чтобы знаю, но сейчас ты заполняешь по 3 байта на пиксель. Если я не путаю, да, совершенно верно. А так можно писать 2 байта 5 бит на R, G и B. Вопрос, может ли из-за смещений поможет ли из-за смещений битовых? Именно. Но мы пока сделаем косметическую оптимизацию. ТП. Также сделаем так. Текс. Пос. Вот. Давайте мы вот эту вот хуйню. Так. Текс. Пос. Засунем в переменную. Вот. Вот. И вот везде, где у нас вот эта вот порнография есть, мы пишем текст, текст пост. Позиция в текстурке.
Для начала так. Также мы уберем вот здесь даблы и заменим их на дешевые флоты. Вот, нам пишут, без профилировщика могу сказать, что основная нагрузка идет на цикл, да и вывод не в оверлей. Ну, вывод у нас идет в пайп, но в пайпе там 10 FPS будет всяко. У нас меньше 10 FPS, так что вывод в оверлей нам особенно не нужен. Господи, у тебя есть нормальный чатик, куда можно это писать? Кстати, у тебя в заполнении буфера опять дабл, попробуй там флоты. И вообще, можем пробовать в интеджерах все сделать. Вот на этом мы и будем переделать. А чем тебе это ненормальный чатик? Вот. Вот. Мы опять... А, вот еще у нас здесь дабл остался. Флот. Кстати, чтобы было еще макрописечнее, мы можем вот сюда это вывести. Скорее всего, GCC это, конечно, уже оптимизирует. Но мы не будем лишний раз проверять. И вот так вот сделаем. Га, точно, 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 точно. Гпроф и гмон. Да-да-да-да-да-да-да. Все вспомнил. Ну чё, мы сделали небольшое косметическое изменение. И, в принципе, наш опердень уже так неплохо-неплохо ускорилось. Как я сюда попал? Что происходит? Объясните, пожалуйста. Мы тут пишем, значит, заставочку. Вот, огонь делаем. Вот, заставочка должна выполняться на микрочипе. Вот, семейство STM32. Трансляцию на YouTube у нас разрывает. Вот, не знаю, слышишь ли ты меня или нет, дорогой пользователь Ютуба. Вот, трансляцию разрывает от того, что слишком графонистый графон у нас идет. В общем, нам нужно нарисовать красивенькую заставочку, которую запустим потом на микрочипе. Вот. Если интересно, конкретно STM32F138T6. И вот сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы это было чуточку побыстрее. Вот. Что-то... Смотрите, мы постоянно еще здесь используем текстур POS. Текстур POS, текстур POS, текстур POS. А также мы здесь постоянно рассчитываем альфа-пиксель на альфу. Давайте мы это тоже как-то соптимизируем. Здесь мы введем, значит, с uint32t text pixel. Вот. И text pixel равняется вот это. Кстати, теперь у нас нам текст-пост совершенно не нужен, по идее. Так что мы его можем отсюда выкинуть. Да. И везде текстурку теперь мы заменим на текст-пиксель. Мало что я понял, я тупой, но лампово. Это хорошо. Ничего, я тоже мало чего в этом понимаю. Вот. А, нончики мне помогают. Что-то из этого сделать. Как вы думаете, это поможет нам хоть в чем-нибудь? Хоть на чуть-чуть? Вот. Также у нас альфа-пиксель умножается на альфу. Поэтому мы это все сведем в альфа-пиксель. Хопа! И наши страшные... Ой. И наши страшные выражения уже не такие страшные. Давайте посмотрим, стало лучше или нет. Ха! Раза в два быстрее стало, как по мне. Вот, но
это, конечно, мои субъективные ощущения. Вот. Что еще нам можно было бы сделать? Как вот Анончик заметил, зачем нам здесь использовать флоты? А давайте сделаем целочисленную арифметику. Вот. Например, вот это деленное на 255 мы уберем. Впрочем, мы пока что уберем, наверное, и альфу. То есть у нас... Нет, давайте посмотрим, что вообще получится. Что-то мне подсказывает, что сейчас что-то получится другое. Так, у нас ошибка. Ошибка компиляции получилась. О! Сколько еще? Ну, часика два, может быть. У меня дичайше лагает трансляция вот всего этого. Ну, я надеюсь, вы увидели несколько мгновений. У меня дичайше лагает поток. Огонь! Да! В общем, без альфа-канала... Да. Так, не так уж тут и все и просто. Но мы будем оптимизировать! Let's do optimization! Так, давайте здесь сделаем рядышком альфа-инт. В принципе, то же самое. Вот, только помножить на... Не, мы сделаем так. Также плюс 0,5. Собственно, что мы копируем-то у нас будет? Альфа. Помноженное на 255 ровно. Как-то так. Ахахахах, ваш голос меня веселит. Нормас, на удивление, не разрывает. Даже оптимальнее, чем первый зум ротейт. У меня разрывает! Меня разрывает уже! Также на всякий случай проверим, что если alp-int больше, чем 255, на всякий случай! Потому что мы тут на прошлой неделе обсуждали, что есть ситуации, которых быть не может. Но потом приходится перешивать чип, который уже на столбе висит. Вот, значит, alpha int и множим это на alpha int. Значит, теперь вот эти флоты нам не нужны. Вот, и мы все, так. Альфа пиксель у нас тоже пускай будет альфа пиксель int. Так, почему альфа пиксель? Так, альфа, ну, куда-нибудь сюда вот запрячем. Int альфа пиксель int. Вот. Ну, как-то так. Естественно, что здесь у нас, если две альфы есть, то получается 65 тысяч. Соответственно, мы это сдвигаем на 16 бит. Как-то так. Вот. Вот. Ну, как-то так. Мы на информатике Ольги и начали изучать Паскаль Абс. Квадратик двигаем. Ну вот, а мы тут галактики перемещаем. Ну чё, как вы думаете, что из этого получится? Let's find out. У нас случилось
У нас осыпка компиляции. Во-первых, мы каким-то хуем не продекларировали альфа-инт. Где? Как? Инт альфа инт. Это первый наш косяк. Дальше мне думать лень, пускай компилятор за меня думает. И нам говорят, что у нас унарные... бинарные... некорректные, в общем. Что делать? Потому что здесь нужно заменить альфа пиксель инт. Так, пожи, не 8 бит сдвиг, и ты три раза смещаешь вместо одного, а потому что здесь вот это перемножение на нашу 16-битную альфу. Ну чё, что-то получилось. Вау, столько FPS-ов я в жизни не видывал. А, вообще огонь. А, вот это скорость! Вот это разрывы сейчас будут! У меня разрывы! Разрывы! Связи! Нам пишут, что такое компилятор? Слово вроде знакомое. Вот эта вот команда GCC, это и есть компилятор. Это программа, которая вот эту всю писанину превращает в что-то человеческое. Безудержный крик. Стрим повисает! У меня разрывы! Так, давайте какую-нибудь FPS-елку сделаем. Вот у нас есть фрейм, ну. Ну и мы захуячим сюда еще int FPS и... FPS дисплей. Вот, чтобы видеть, чё как. Значит, а здесь мы сделаем вот что. FPS плюс плюс. А, да, еще нужно last time сделать. FPS stamp. Вот. Ладно. Int current time. Это сишка, а не Java. Как-то так. Как-то так. Но, поскольку у нас жутко тормозной выхлоп, вот этот вот, мы будем мерить без него. Итак... Фу. Так, я что, не декларировал FPS дисплей. Вот я постоянно путаю, что дисплей, то шоу. Что ж не на экран, как во Фрапсе? Ну, сложно. Итак, что с нашим FPS-ом? Ну, как-то так. Знаете чё? Конечно, оно работает теперь гораздо быстрее, я бы сказал. Но я бы сказал, что медленно.
Даже если я сейчас включу запись в пайп, я думаю, мы не увидим большой просадки. Меряем FPS без картинки. Ладно, давайте с картинкой теперь мерить. Правда, от картинки у меня разрывы! Давайте я кусочек картинки буду показывать. А то у меня разрывы! Ну, с отображением картинки больше 8 FPS у меня не получается. А мне пишут, пошли на куда переписывать. К сожалению, на 2-долларовой STM32 с F103C8T6 куды нету. Мы и так уже рендерим в шахматном порядке. В принципе, если мы вернемся к 1/4 рендеринга, мы получим не только бесплатный motion blur, мы, скорее всего, до 24 FPS вырастем. Вот. Давайте проверим это. Так. Так. Так, здесь сделаем сдвиг. Один. Так, а здесь два. И где-то наш мемсет. Вот. Сюда же это. Так, 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 так. О, там сплошное мыло пошло. Но смотрелка нас ограничивает 8 FPS, так что мы ее выпилим. В принципе, в реальном экране нам придется записывать не в Pipe, а в I2C шину. Да, мы смотрим аниме! Четверть глаза больше 8 FPS не различает. Хорошая шутка. Ну вот смотрите. Мы стабильно держим уже 22 FPS. 23. Но получается вот такая вот говнина. Все размазано. У нас пиксели явно видны. Можно, конечно, сверху фильтрик какой приделать. Вот. Мама, я рисую. Я рисую на экране. Какие-то глазки страшные нарисовались сами собой. Вот. В общем, не будем мы трансляцию ломать. Потому что у меня трансляция ломается. Пока я водил, у меня, он, видите, даже FPS просел. Который, казалось бы, от графической подсистемы не зависит. Ну чё? I2C... что, это вообще легально? Ну а через что ты подключишь? Ну вот есть китайские экранчики на контроллере SSD 1306. Вот. У них или SPI, или I2C. Вот у меня был экранчик по I2C. Там всего две шины, клок и дата. Скажем, что у нас это PS3, 23 FPS хватит. Это у вас STM-ка не смогла в рисовании картинки? Почему? У нас все могло. Мы просто пытаемся ускориться. Ну чё? Иди! Счастья тебе и радости, и любви! Подписывайся на канал! Жми в колокол! И не только в колокол можно жать. Да. Ну чё, будем еще что-нибудь оптимизить, а? Девоньки. Как вы считаете? Может быть, еще что-то заоптимайзим? Мне вот не нравится вот то, что мы все эти операции вот здесь потом переводим к нормальному скрину. Вот это мне не нравится.
Давайте эту хуйню тоже выкинем. У I2C вроде 400 кГц шина. У SPI повыше. На 320 на 240 сигнал около 6 МГц был вроде. У I2C стандартная филипсовская частота 100 кГц всего лишь. 400 это расширенный вариант. Вот, у SPI повыше. В принципе, я бы мог этот экранчик, наверное, через DMI разогнать, но я не осциллятор. Так, если убрать конверсию, получается 25 FPS. Плюс 3 FPS примерно. Что делать? Даже до 26 FPS доходит. Ребята, что делать? 8 FPS смогло. Ох уж эти анимешники. Да. Ну что, девочки, чем дальше займемся? А? Стой, не ускоряй! Это вам не архивы КГБ и даже не бог крови! А если галактики столкнутся? Похуй. Вначале мы писали в бэкскрин, а теперь мы будем писать в обычный скрин. Заливать ВТМ-32. Нет, у меня сейчас на руках ни чипа нет, ни экранчиков нет. Кроме того, до этого пока еще далеко. Так, вернем запись в пайп. Что же у нас получается? Так, нет, вы не видите всю красоту этого видео. Начнем сначала. Ой, сложно, ну а что если 8-битной палитрой работать? Где я тебе палитру возьму? Ладно, поехали. Шио Вейв! Теперь в видео! Living Cat! Living Cat, Living Cat, видео, видео. Living Cat, Living Cat, видео. Или он видео. Да, Living on видео, видео. Living on видео, видео. Living on видео. А все потому, что, блять, все потому, что у нас... мы не мемсетим, мы не то, мы продолжаем мемсетить вот в этой замечательной команде backscreen, а не основной screen. Сгенерировать у тебя там Image Magic же. И чё? Чё мы им сгенерим? Так, короче, если не проверяться на насыщение, получается вот такой графен. Я бы сказал, это концептуально даже. Да, это концептуальненько. Вот. Я как профессиональный струмер буду вот так вот вещать. Так, чтобы у нас не было переполнений, давайте мы эти переполнения попробуем вот здесь отфунциклировать. А именно мы Fire PNG немножечко уменьшим. Вот у нас вот 10 вселенных примерно. Соответственно, их мы в 10 раз уменьшим. Знаете, даже сделаем так. Не в 10, а в 8 раз. Да, в 8 раз мы их уменьшим. Так, и за пределами основного цикла вот у кого-то такая картинка, шумы и господи стыдоба, а мы это специально генерируем. А у кого-то это PlayStation 4. С другой стороны, такое можно на какую-нибудь видео стену пустить, на каком-нибудь здании это крутить. Так,
Помогайте мне. Так. Вы думаете, я разбираюсь хоть в чем-нибудь? Так. И вообще. Ох, господи, если текстурку уменьшить, будет быстрее? Конечно, будет. Потом использовать таблицу синусов, заранее сгенерированную. Ну, смотри, синусы мы используем вот здесь всего-навсего. Так, вот, в начале каждого кадра... Так, погоди, где они? Вот у нас, в начале каждого кадра, точнее, для каждой из галактик мы используем. Здесь их всего два. Два просчета, ну и вот этот третий. То есть, таблица синусов нам... Нихуя не даст практически. Вот. А, вот. Текстурку мы уменьшим. Скоро. Вот. Но для начала мы понизим ее разрядность. Так. Попробуем так. Текстурим. И сдвинем ее на сколько? Два это... В два... Нет. В два раза. В четыре. В восемь раз. То есть на три бита. Также нам теперь нужно почистить высшие биты у этой текстурки. И это мы сделаем вот такой масочкой. Поскольку 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ну как-то... А, 0, не 0х, а 0b. Окей, что если вон то перемножение 123 на сдвиг сменить? Ну, оно же здесь запускает... оно же здесь выполняется-то 3,5 раза. Точнее, 8 раз на экран. Вот этот цикл, вот он совершенно не ресурсозатратный. Он очень дешевый у нас. Копеечный, я бы сказал. Так. Теперь, поскольку мы понизили яркость... нашей текстурки. Вот это мы можем удалить. И вот здесь... А нет, пока мы это удалять не можем. Пока еще нет. Ну, давайте смотреть. Сейчас не должно быть переполнения. Вот этих зеленых цветов быть не должно. Так. Фу. Текстур виз. А у нас она была как текстур сайз записана. Вот я постоянно путаюсь... Мама, у меня голова не работает. Что мы имеем? Местами у нас все еще случается пиздец, но в целом гораздо лучше. Вот, в целом. Так. Может быть, на 4 бита сместить, а? Давайте на 4 бита сместим. Ой. Ёбаный стыд, все равно не помогает. Имеем повисание стрима. Бывает. Чарник. Извините. Так. Выглядит как настоящая галактика. Галактика-то да галактикой, но... Но есть нюанс. Она не должна быть зеленой. Что-то мне подсказывает... то как-то мы неправильно все это делаем. А, правильно. Потому что мы же это не записываем в результат. Мы же молодцы. Мы все обрабатываем. И нихера не записываем. У нас получился девственный черный экран. Подеба! Ничего не тормозит, стрим не лагает. Видите, как все красиво и здорово?
Так. Так, я что-то не пойму. Что я делаю действительно в жизни, а не так? Вроде бы все правильно. Ладно, если без маски. О-о-о, сколько графена тут! Тут даже что-то двигается. Тут что-то даже происходит. Возможно, где-то здесь рождается новая галактика. Даже такая маленькая полосочка съедает целый канал. К сожалению, я вам больше показать не могу, но вот здесь видны какие-то облака Магеллановы. Так, программа показывает черный экран со скоростью 8 кадров в секунду. Так, в общем, вот эта масочка нам что-то ломает. Я не очень понимаю, почему. Не, мы можем, конечно, дедовским способом попробовать. Но я не понимаю, в чем здесь-то проблема. Разве что у нас... Даже... Стоп! Точно, нам же только альфа-канал надо уменьшить. Вот оно чё! Соответственно, будет это выглядеть как-то так. Так. FF. Это у нас основная информация остается. Плюс. Нет, стоп. Еще два нуля. Прибавить к этому один бит. Смещение на 3 бита. Вот. И... Так. Чё-то получилось. Но получилось не совсем так, как я ожидал. Я думал, мы разделим на 8, и они не переполнятся. Ну, в принципе, да. Они не переполняются. В принципе, все работает, но есть нюанс. Давай на 2 разделим. Правда, тут у нас уже могут быть переполнения. Давно вопрос. Давай сместим на 2. А вот сразу и зелень полезла. Нет, пока еще зелени нет. Хрусь! Короче, я считаю, это тупиковый путь. Ну, давай сделаем на 1. В принципе, где-то есть, но вот в пиках оно зеленым становится. Плохая оптимизация, мне не нравится. Впрочем, до чего мы сейчас добрались, если так подумать. Давайте мы запись отключим. И... На данный момент мы имеем целых вот 34 FPS. Маловато. Так, предлагаю... Предлагаю
вот эту порнографию удалить. Не будем мы, мы будем с полноценной, полноцветной... А может быть, пришла пора? По идее, у нас картинка ведь на экранчике будет черно-белой. А? Давайте сделаем так. Нахуй по твою палитру. Нам же цвета смешивать надо. Как мы цвета в палитре будем смешивать? Так. Да, я быдло. Да, я быдло, ты не говори. Лучше мне мозгов ты подари. Лучше ты мозгов мне подари. Так, а со смешанными цветами? Как мы их потом лукапить-то будем? Ты это хотя бы понимаешь? Вот я не понимаю, как смешанные цвета смешивать в палитре. Хотя, если сделать градиент и строго по этому градиенту следовать. Суки, вы что делаете? Вы меня ломаете! Впрочем, это по этому градиенту он все равно будет как бы черно-белым, так что не сильно меняет все. Значит, так. Текст альфа это у нас просто. Это вот у нас. Вот. С этим будет немножко сложнее. Так, текстура смещенная на 8 и ефеф плюс, в принципе, можно было бы нормальный коэффициент посчитать, но я их не помню, чтобы по фэншую было преобразование в ЧБ. И текст альфа равняется V. Во. Да, градиент из черного в белый с красненьким посередине. Ну вот, как-то так и есть, только у нас будет без раскрашивания. Потому что я не осилю дорисовать градиент, это сложно. И вообще, вон в Duke Nukem работал же вроде. Ну, у меня, кстати, есть замечательная демосценка с огнем. Там градиент на ассемблере рисуется очень хорошо на сдвигах регистров. Собственно, по-моему, так она и демка называется. Fireworks весит 256 байт. Вообще, надо... Я вот сегодня хотел пошутить. Давайте сделаем библиотеку LibGames. Вон, я Анончику сегодня рассказывал, как в Gazelle Next можно запустить Tetris. Экранчик управления автомобилем гаснет, и там запускается Тетрис. Вот. Можно было бы сделать LibGames, там, змейку, Тетрис, вот, Fireworks засунуть. У тебя осталось немножко места в чипе, и вот ты подключаешь LibGames. Что ты кодишь? Мы делаем заставку для чипа STM32. Точнее, пытаемся ее ускорить. О, нам даже дали коэффициенты. Тогда мы перемножим это на 0.0.
29. Мы тут уходим от даблов к целочисленной арифметике. И поднимаем FPS с единицы и даже меньше до чего-то вот вменяемого. Так, помножить на 0.5870 плюс G. Ой, нет, плюс B. Это помножить на 0.1140. Так, деленное на 3 нам уже не нужно в этой формуле, насколько я помню. И надо... так, R... Погодите-ка. Чё? А, да. RGB. Так. Значит, у G изменим смещение. Это 16 бит. А у Blue это 24 бита. Ну, как-то вот так это. На всякий случай проверим. Это лучше, чем потом на столбе перешивать. Градиент можно и матчмейджиком сделать. Сделать картинку 1 на 3 из черного, красного и белого. Или создать ее им в 1255. Так, черного, красного, белого. Тогда уж черного, желтого, красного и белого. Конкретно сейчас таки кодиш LibGames нет. Я делаю заставочку. Мы вот видели, как она выглядит. Вот это вот все. Вот. Мы сталкиваем галактики. Так, текст. Так. Так. Текст. Luma. Копипасты, ребята, это зло. Потому что что-то забыл переправить в копипасте. И все, пиздец. Так. Теперь. Теперь. Нам нужно текст не пиксель. А текст... так, вот это нам все уже не надо. Так, а что нам надо вообще теперь? Зачем я живу? Так, погодите. Так, вернем в текст-поз. Вот, значит, текст пиксель у нас такой вещи больше нет. Альфа пиксель, это у нас будет текст альфа. Мы уберем вот это смещение. И текст пос сделаем, который сразу перемножим на альфа инт. Здесь мы сделаем яркостную точку, которая будет... Текст Luma. Вот это смещение нам опять не нужно. Это нам опять не нужно. Ну, как-то вот так. Ну и, соответственно... Ах да, поскольку у нас теперь Luma и... А, ну все правильно. Здесь просто у нас будет вот так. Вот. Вот. Что получится? Получится ошибка компиляции. Картинка у тебя читается из буфера и ресайзер, генерится в рантайме. Генерится в рантайме из текстурок. Смотреть начало надо было. Так, где у нас там была ошибка? 55-я строчка. Не компиляется. Так. В 55-й строчке что ему не нравится? А ему не нравится то, что мы не указали. Так, нам теперь не нравится 104-я строчка. 104-я строчка. Вот это нам не нравится. Ну чё, смотрим FPS. FPS вырос до 41, 42, 43. Уже так неплохо.
Примерно в 40 раз мы ускорились по сравнению с тем, что было. Давайте на это посмотрим, что у нас получилось. Может, там полная гадость рисуется. Переполнение, переполненечки! Но сейчас мы это легко исправим. Так, эту запись точно придется на YouTube перезаливать. Собственно, в чем дело? А вот в чем. Вот этот плюсик. Давайте мы сразу сделаем вот так. Плюс текущее значение. Если V больше, чем 255, то V равняется 255. Здесь же уже будет V. Вот. И вот так вот. Ха! Так. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Так, ну мы же записываем его сюда. Так, это смещение. На всякий случай так сделаем. Какого хуя? Я вас спрашиваю. Ребята, мы же здесь с альфа и да, все так и остается. Тут лишь черно-белый вид превращаем. В голове у меня играет сейчас трек «Плазма Урине». Хороший трек, под это дело, наверное, подошел бы. Так, пацаны, что-то мы делаем так. Не записываем, а добавляем галактику к галактике. Ну да. Ну вот же мы добавляем к предыдущему значению, что у нас здесь было. Кстати, вот здесь, вот это теперь нам, вот эти два канала, нам они не нужны совершенно. Вот. If отнимает 32 FPS. Я все поняла! Чё? Уведомления не было. Ну и ладно. Зато ты с нами, ты здесь. Аллилуйя, почините YouTube. Ну оно отваливается. Я перезалью потом полную версию. Так, девочки, что-то у нас не получается. Текст Люма. Так, стоп, погодите. А нет, все правильно. На альфа пиксель. Инт. Все правильно. Хуль тебе не хватает? Чё тебе не нравится? Мы же берем уже предыдущее значение. А чему летает только одна галактика? Плюс 57 человек было. Ну, скоро самое интересное начнется. Короче, галактика стала черно-белой и всего лишь одиночной. Странно, мы где-то буфер проебываем. Но где? Так. Тупи, тормози. Тупи и тормози. Ну вот же оно, предыдущее значение. Ну что я делаю не так? А? Кажется, до меня дошло. Да. А так? Ха! Счастье снова!
До меня дошло, что я ебан! Так, теперь выключаем запись в пайп. Вот, и смотрим, точнее, даже не смотрим, а дрочим на наш FPS. Впрочем, он не сильно вырос. Вот. Как было 43, как было 45. Не, ну, в принципе, 45 не было. Было 43 максимум. А сейчас 45 есть! Дрочим, дрочим, дрочим! Дрочим FPS! Дрочим, дрочим, дрочим FPS! Так, что еще можем починить? А? Или уже хватит? Надоело нам. А, девоньки? Что еще можно оптимизировать? Код в Etherpad, мне интересно было бы следить совместно. А как я его запускать с твоего Etherpad буду? Чем? Так, давайте думать, что у нас тут лишнего творится. Мне вот очень не нравится этот цикл, где мы как бы все стираем. Очень не нравится этот цикл мне. Давайте посмотрим, что было бы без него. А без этого цикла... Без этого цикла ничего бы и не изменилось, тащим-то. Те же 45 FPS. Миша, чини цвета! Ничего, экранчик черно-белый, и так сойдет. Ладно. Вот, знаете что? А давайте мы... Давайте вот этот большой цикл запускать копипасти в нормальный текстовый редактор. Ой, такого еще не изобрели. Давайте мы вот от этого цикла избавимся, который галактики делает, а? Ну так уже неплохо по FPS. Еще разрешение в два раза уменьшить и по SPI заливать. Нет, рано. Надо хотя бы 60 FPS выдрочить. У нас же сишка. Вот, че мы как не люди. Итак, если снизить количество галактик до одной, то мы получаем вот FPS в районе 340. Когда я переписал драйвер экранчика и... обновлял 1/8 экрана, мне его тоже удалось разогнать чуть в районе 300-500 FPS. Вот. Так. По SPI писать тоже, конечно, это хорошо, но экранчика с SPI у меня нет. У меня есть только с тормозной I2C. Пишет, обрати внимание, я не предлагаю юзать гид. Это какая... Так, короче, я считаю, вот этот большой цикл АГ надо выкинуть. Мое такое мнение. А ваше каково? Вот, давайте мы все наши галактики будем складывать за один проход. Так, а еще у нас до сих пор вот здесь... Синусы и косинусы, кстати, считаются как синусы и косинусы. Так, погоди-ка. Так, стоп, мы нашли... Во-первых, у нас этот альфа-пиксель, он нам больше не нужен. Так, у нас борьба с флотами. А тут у нас внезапно, без объявления войны... Так. Это тоже выпилим. Ну, хоть три оставь, ну или правда складывать. Сейчас мы... графена... Так, погодите. Давай галактики сейчас вернем. Пускай будет 8 штук. У нас тут внезапно перемножение флотами. Вы посмотрите, у нас вот где просос. Так, никакого больше прососа. А, нет, все-таки инт.
Мое мнение, расставь отступы, читать невозможно. Гвида, ето ти? Так, мы вернем вот это. Так, у нас тут еще нету целочисленной арифметики. Так, это мы можем засунуть вот сюда. Тюх! Вот, но ты сам сказал, что убирание флота в синусах не поможет. Нет, смотрите, это расчет самих синусов и косинусов. Мы их так и оставляем, как синусы и косинусы. Но вот это, у нас вычисляется для каждого пикселя. Я думал, вы хотите вот это оптимизировать, а это оптимизировать нет смысла. А вот это! Вот это надо! Как я это просмотреть мог? Стыд, 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 стыд! Ну, помножим на 127, пожалуй, здесь. Я не знаю, какую битность лучше задать. 127.0 сделаем. С расчетом на то, что мы потом будем это смещать на 8 бит. Так, синусы int. Int и... Так, int. Так, альфа int, у нас теперь есть только альфа int, помножить на 2, так, ну, наверное, так. Так, альфа у нас, я боюсь, как бы не стала нулем, точнее, меньше нуля, на всякий случай. Ноль, а здесь zoom int как раз будет. Как я мог вот это все просрать? Начальник, а ты можешь дать определение синуса и косинуса? Нет. Так, вот это просер у нас. А какой разрядность у тебя инт в кристалле? 32 бита. Ха. Так. Ну, предположительно... Предположительно. Вот. Или погоди, погоди, погодите. А может быть не на 8? Ладно, давайте посмотрим, что получилось. Так, писанина тут. Сначала, нет, сначала подрочим на FPS. Понятно. Обожаю вот такую. Так. Так, зум. Так, 98-я строка. Int. Так, было у нас 45 FPS, стало 52-53 FPS, почти догнали 60 FPS. Хотите посмотреть, какое говно получается? Так, 32 бита, так зачем ты выделил всего лишь 8 бит точности на синусы косинусы? Потому что при перемножении на них мы можем легко улететь за пределы 32 бит. Мы же на них перемножаем еще кучу всего. Вот этого всего мы перемножаем. Вот. А теперь давайте посмотрим, как оно выглядит. Мне непонятно. На FPS дрочить, конечно, весело. Так, чё? А. Вы знаете, теперь это немного другая заставка, но не менее интересная. Где-то здесь должны быть шутки про птага, божественное пришествие, вот это вот все.
Сама по себе заставка стала даже интереснее, как мне кажется. Вот, и красивше. Но, блядь, это не то, что мы делали! Это не то, что мы делали! Птаг посылает всем лучи любви, лучи добра. Установка на добро. Установка на добро. А ты говоришь, зачем 32 бита, почему так мало выделил? Потратился внезапно с внезапно летающих квадратов. Хорошо. Не, этот код, конечно, надо сохранить. Вот, давайте сохраним его как отдельный шедевр. Вот. Но прямо сейчас скинуть не могу. Вот. HD-версия заставки космоса. Не, ну вообще планировалась как бы немножко другая заставка. Вот. А фиксить, ну, ты говоришь, что мне пофиксить, я вот постараюсь зафиксить. Вот, вот, вот здесь вот у нас происходит какой-то пиздец. Так, давайте думать. Чё мы делаем в жизни не так? Поскольку у нас здесь два инта, и синус, и косинус. А, стоп. У нас еще, скорее всего, мы проебали... Скорее всего, мы здесь проебали знак. К тому же нам нужно не на 8 тогда смещать, а на 16. Так. Мы что-то сместили не туда. Ну ладно, на 12, допустим. Это еще одна интересная заставка получилась, но опять не совсем то, что надо. Ну, смотри, смотри, я тебе расскажу так. Все, что мы здесь делали... Вот это у нас было синус и косинус. Мы считали от некоторого числа. И вот этого 127.0 у нас не было. Кстати, возможно, здесь ошибка. Вот. А потом мы координаты... Вот фактически здесь у нас матрица трансформации. И мы пытаемся умножать на, теперь уже на целочисленные значения. Но получается совсем не то. Так, у меня есть подозрение... У нас тут ебёт компилятор. Как-то так. Вот у меня подозрение такое есть. Особенно ничего не поменялось. Я бы назвал это путь в никуда. Так,
Я вот не очень понимаю, как мне умножать со знаком. На целочисленное со знаком. Нам нужно как-то знак сохранять. Может быть, отдельно его сохранять? Так, кстати, вот это мы еще уберем отсюда пока что. А то у нас как-то совсем там Омск происходит. Смотрите-ка, оно вращается! Оно вращается! Посолены, оно вращается! Так! Сколько заставок мы новых сгенерировали? Тупо пытаясь оптимизировать это. У тебя инт и так знаковый. Ну, мы же потом смещение делаем. Так. Давай тогда разделим на... 127? Я не знаю, насколько здесь делить. Завелося! Так, разделить на 128, это у нас будет на 7 бит. А так? А и так сработает. А нет, работает вроде как. Так, хорошо. А по какой именно траектории он должно двигаться? Тут сложно сказать. Так, но вот этот вот фреймнум явно нужно сдвинуть обратно на 7 бит. Это оно у нас как-то все в одном месте. И мы опять все сломали. Как-то непонятно. Ну, давай на 2 бита сделаем. О! Мы окончательно все сломали. А так оно работает, но не совсем так, как надо. Ладно, давайте зум приделаем обратно. На 7 бит. Здесь я сдвигаю на 7 бит. Вот сейчас мы добавим альфу, и насколько надо будет сдвигать, уже непонятно. Или... Ну да. Надо как-то отдельно перемножать матрицу на... Ой. Иначе у нас получится вот это вот божественное пришествие с Птагом. Так, дайте думать. Значит, здесь у нас, кстати, получается уже 11 бит. А, ну вот смотрите, у нас вращение здесь у нас сколько бит? Так, деление надо убрать отсюда. Где я написал? 7. Все на 7. А фреймнум, я пытался его умножить таким образом, а потом помножить на 3. Так. У нас здесь, значит, 7 бит, здесь 8 бит. Да, 8, нет, здесь у нас 9 бит, плюс 7 бит. Итого 16. Мы это делим на 15, нет, на сколько, на 9 бит, и у нас нихуя не остается. Так ты онлайн вещаешь? Атош, привет! Так, погодите-ка, девочки. Мне тут очень хочется этот зум выпилить отсюда и заменить его на какой-то множитель.
Вот. Ну на какой? Так, давайте мы сделаем так. Сделаем сяк. А здесь у нас будет единица, деленная на альфа инт, деленная на 255.0, помноженное на 2 плюс 1. И все это помножим на 255. И сделаем из этого int. Так. Как-то так. Напиши фрейм нам. Сейчас напишу. Так, мы... Привет! Короче, zoom in там непонятно. Так, пока поставим единицу. Так, на 7. Пожалуйста. А вообще, судя по всему, мы вот где-то въебываем уже битность. Там уже, скорее всего, битности не хватает. А, мы снова получили floating point error. Не, ну вот это примерно то, что должно быть. Сейчас оно примерно правильно. А, так, сейчас мы это пофиксим. Спасибо, кстати, за фикс. Вот это уже примерно правильно выглядит. Осталось зум добавить, и будет примерно как было. Так что спасибо. Да, они должны быть разными. Так что спасибо за фикс. Осталось зум починить. Вот. Мы его сломали окончательно, потому что альфа... А, вот. Так. Деленное на... Это скобочка плюс единичка. Так. Это так. Не умею я в математику. Жух! Так. Лучше не стало. Так, ну без зума это некрасиво выглядит, совершенно некрасиво. А нам еще экранчик уменьшать. И вообще. Вообще я тут все сломал. Может быть, зум ин так и оставим с флотами? А, девоньки, ну не могу я, не шмогла. Вот. Ну не получается у меня оно. Так, стоп. А, да, все правильно. Не получается у меня каменный цветок. Так, ну а теперь нам вообще говорят, что... Пиздец.
Вот это вот как-то вот уже больше похоже. Но мне кажется, мы проебали оригинальную идею. Но экранчик-то поменьше будет. Но это не значит, что мы можем позволить себе проебать все и вся. Так. Мне вот непонятно, мы сейчас сделали то, что вообще должно быть, или не то? Мы то сделали или не то? И вообще, давайте шахматный порядок вернем. Ты уверен, что так и было в самом начале? Так, давайте одну галактику оставим только. И посмотрим на примере одной галактики. Так, не так. А нет, все так, пока вроде бы так. Центр вращения хуй знает где, перемещение хуй знает куда. Ну да, я лет 5 назад спиздил эту картинку, и вот все, у меня руки не доходили. Это я вот занялся аутизмом. Не, ну что, как-то так. Меня, конечно, напрягает, что у нас точка вращения где-то вот. Слишком быстро, Миша, замедляй! А, кстати, да, ну слишком быстро. Вот, вот, точно. Оно начало крутиться слишком быстро. Какой бородавочки. Так. Что-то мне подсказывает. Оно начало слишком быстро, действительно. Вот. Это уже ближе к тому, что да-да. Так, а если сделать, скажем, бит 12? Что будет? Ничего. А, смотрите, чем больше бит, тем больше квадраты. Значит, тогда сделаем на 6 бит. Ну, как-то так. Очень смешно. Хочется, ну, кстати, реально слишком быстро. Надо поменьше. Так. Ну. А ведь работала с прежними коэффициентами. Как плохо не сохранять то, что было раньше. Ну, в принципе, меня это уже устраивает. Короче, в продакшн. Ну, чё ты, сделал бы метеориты? На метеориты текстурки уже не хватит. Нам бы эту-то текстурку разместить в памяти. Уже было бы хорошо. Так. Время подходит к концу.
И я вам обещал, что мы... Так. Не, я обещал, надо выполнять свои обещания. Вот. А в копии нужных не осталось? Нет! Копии есть только в видеопотоке. Так, 128 на 64. Я это обещал вам. Да, перепечатать исходник с Ютаба. Так. Есть небольшая проблемка у нас с этим. Мы теперь должны сделать еще один экранчик. Скрин для пайпа. А он у нас как был 640 на 408, так и остался. Потому что пайп умеет жрать только такое разрешение. Вот. И здесь мы... А, стоп, погодите, давайте. Да ёбаная. Значит, здесь сделаем мем сет скринпайп. Сейчас мы будем сжимать, пацаны. Мы будем сжимать. А, 20 осталось, но она уже относительно новая версия. Там совершенно другая заставка, лол. Так. Вы уже догадываетесь, что сейчас будет, да? Так, значится, возвращаем наше говно, вот это, но уже 128 на 64. Вот, и копируем уже не из бэкскрина, скрина в скрин, пайп. Что нужно? А, погодите, нам это говно не нужно, нужно 64 только. И здесь сделаем memcpy в screen pipe плюс q помноженное на 128 помноженное на 3 из screen. А, нет, стоп, не на 128, а 640 вот. Помножено на 3 и помножено на 3 и скопировать 128 помноженное на 3. Как-то так. Ну чё? Да ёб твою мать. Вообще, я сделал не совсем так, как хотел, но похуй уже. Время нас поджимает. Нас поджимает время. Так. Где я обсираюсь, а? А, вот здесь я еще обсираюсь. Как плохо не использовать константы. Но тут теперь внезапно ни хера не видно. Вот. А куда именно время нас поджимает? Ну, не знаю. Так, у нас два варианта.
Или вот те коэффициентики немножечко поменять, или отрезать картинку. Потому что в изначальном разрешении нам ее все равно не уместить. Так, где у нас эти коэффициентики-то? Так, мы уменьшили картинку примерно... Хуй знает, сколько раз это делать. Десяточек галактик. Не, ну это как-то все равно не то. Не то. Посоленный. Это совсем не то, что я хотела. Ладно, еще немножко оптимизации сделаем. Так, без записи у нас сейчас сколько FPS-ов будет? На мана. Или хотя бы за бэкап. Ну ладно. Но мне это не нравится, как скажешь. Так, у нас уже три исходника. Не знаю, что будет дальше. А чего бы и не 6? Кажется, оно вращается, но не зумится. Да! Оно, сука, не зумится! А должно бы. Вот, а как... Правильно перемножать на зум мы не знаем. В принципе, чтобы оно зумилось, нужно, наверное, здесь значение побольше использовать. Давай попробуем так сделать. Упс. Вернем запись. Знаете, мне кажется, надо галактик побольше ебануть. Давайте сотню. Хуяк! А забэкапил он все в ТМП и ФС. Я! Так, сотник галактик плохая идея. Хотя нам не хватает всего лишь динамического диапазона. Не зумится. Давайте все сломаем вообще. Значится, здесь синус у нас будет всегда равен нулю. Косинус у нас всегда будет равен единице. Вот так и живем. Так, блядь, и живем.
Мацхпи-4. В военное время пи может достигать 4, да. Так. Короче, у нас тут слишком сильно... По-моему, он только скроллится. Нет, зумится тоже. Так, но она слишком сильно зумится. Так. Откуда такие значения, непонятно. Так. Нет, конечно. Ну, это вообще прошивка для моей Wi-Fi форточки будет. Нахер мне начальника спрашивать. Так, сейчас мы перебором наберем нужное значение. Не знаю, может быть. Нам сейчас не до этого. У нас синусы и косинусы вон как. Я все сломал! Вот видите, я все взял и сломал. А, стоп. Все правильно. Я идиот. Извините меня, нончики. Так. Все слишком меленькое. Так, чтобы стало покрупнее, надо это число уменьшить. Так. Так, тогда, наверное, вот так. Я не знаю, что нужно здесь делать! Какие-то цифры вбиваю уже наобум. Вот. Ну! Так, здесь явно слишком большое число. Или наоборот. Мне кажется, вот эти тут большие числа мы слишком зря делаем. 8500 на 200 замени. Сейчас. Смотрите-ка. Давай на 200 заменим, как скажете. Ура! Ты починил меня! Я так рад! Многовато, конечно. Надо поменьше немножко, мне кажется. В районе сотни.
Нет. Впрочем, однажды я действительно палец охуенно так порезал. Что-то мне не нравится это все. Слишком... То так много, то нет. Ладно, 150 и хватит. И заебало. Ну, в принципе, норм. И так сойдет. Блять, хотел сделать красивую вещь для души. Говорю, и так сойдет в прямом эфире. А в самом начале я сказал, что это простейшая демосценка. Простейшая. Ага. Я ведь для души хотел сделать. Для себя любимого. Ну! И так сойдет. И так сойдет. Но чего-то нам не хватает. Вы не знаете, чего нам не хватает? М? Ребята. Вы не знаете, чего нам не хватает, кроме мозгов? Хуёв, я знаю. Короче, нам не хватает... У нас недостаток. Экранчик у нас черно-белый. Вот. А эта хуйня, хоть и кажется пиксельной, но она с полутонами. Вот. Поэтому нам придется это как-то вот... Блять. Я аж перепугался. Даже не здесь, а вот здесь. Так, стоп, а если у нас экранчик черно-белый, нахуя мы делаем это в RGB? А? Так. Концептуально, конечно, напоминает древние видеоредакторы, в которые я пытался.
Здесь сразу три видеопотока идет. Можно редактировать это. Хорошие видеоредакторы. Так. Через мем CPI уже нельзя делать это. Так. Есть у нас нам нужен RGB все-таки. Так, в качестве документа нужно просто копировать. У нас же все черно-белое теперь. Хипстерское. Вот. Вы бы хотели такое? Вот, это уже можно на чип заливать, в принципе. Вы бы хотели такое, а? Я бы не хотел. А знаете, почему бы я не хотел? Нам нужен дизеринг! Так, сейчас я у себя в соседнем окошке открою своего любимого Аткинсона. Нет, у меня... Так. Аткинсон ЦГА проектик. И буду аккуратненько перепощивать строчкой за строчкой. В принципе, я его даже могу сюда пустить. Опять скорость высока. Да, с таймингами что-то надо делать. Так. Вот, собственно, этот код. Вот. Волшебство Аткинсона происходит вот от этой волшебной матрицы. Давайте мы ее спиздим. Куда-нибудь сюда. Аткинсон Матрикс. Так. И спиздим вот примерно это. Так. Ой, есть сложно что-то спиздить. Да, Аткинсон любовь. Я люблю Аткинсона. Так. Значит, так. Ошибка, соответственно, будет из нового вычесть старое. Так. И у Аткинсона она делится на 8. Хотя я не уверен, что можно так со знаком поступать, так что просто так раздел. И здесь. Так. Давайте сделаем даже так. Заведем отдельный массивчик для шума, для ошибок точнее. Это не шум, это ошибки. Для ошибок хватит 32 бит, я думаю.
Вот. Там будут наши ошибочки жить. Поживать. Значится так. Размер матрицы 6 элементов. И у нас будет так. Здесь нужно error q плюс v помноженное на 128. Добавлять мы будем так. Error q плюс matrix Аткинсон. Матрикс. Как у нас там было? Вот так вот даже можно сделать. Сразу отсюда спиздим. Чтобы... Так. Так, Аткинсон Матрикс. Е. Ноль это по горизонтали, и второе значение это по вертикали, помноженное на 128. А, так, стоп. Здесь еще нужно вот так. Кажется. Странно.